тіршілікті қозғалыспен көркемдейміз. Петро Қазақстан. Ура! Жеңілдің, бил саған айфон жоқ. Енді айфонға ендігі жылы ойнаймыз шашка. Же дегенде жүгір қой, же деген бұл. Ал, жеген кезі бұл. Болып тұрған ғой. Бірінші рет? Иә, сен ше? Мен де бірінші рет. Түсінді емдетуден қорықпайсың ба? Жоқ, сен ше? Мен де қорықпаймын. Дұрыс, біз еркекпіз ғой. Түс дәрігерге сендер ма соңғы? Естейміз, қоштасып аламыз ба? Түсінбедім, қалай соңғы? Жігіттер бұл кабинеттен ешкім шықпайды. Қалай қайтпайды? Солай оның ішінде бір түрлі жағдайлар болады. Қандай? Немене қуып отырсың? Қуып жатқан жоқпын. Тыңдаңдар. Осының бәрін оқыдым. Қорқынышты ғой. Шынымен де біздің алдымыздағы адам шыққан жоқ. Қой, неге қойтайын? Мен де. Керемет, киноға үлгеретін болдым ғой. Әрине, барлық балалар балабақшаға бару керек. Сен де бардың ба? Әрине бардым. Балабақшадан соң не істедің? Балабақшадан кейін мектепке бардым. Мектептен кейін не істейсің? Мектептен кейін универге барамын. Сосын не істейсің? Сосын жұмысқа орналасамын. Жұмыстан соң не істейсің? Жұмыстан соң пенсияға шығамын. Қартаю ма сонда? Енді солай болып тұр. Мен балабақшаға бармаймын. Мен де.
Неге? Өз ойлан. Әр кезде бір жаққа бару керекпіз. Сонда қашан өмір сүреміз? Сенің шынымен де дұрыс екен. Не болса да бір күн демалайық. Өтінем. Жарайды. Кеттік саябаққа. Ура! Сәлем. Сәлем. Не болды? Сырғамды жоғалтып алдым. А, қандай сырға? Алтын тасы бар сырға. Міне, мынадай. Кеше ғана алып едім, үйдегілер рұқсатым болды. Алладан жоғалсаң табу қиын болады. Жігіттер табуға көмектесіңдерші. Өтініш. Білмейміз де, дайындық, тренировка деген. Уақытымыз тығыз. Тапқан адамға не берсің болады? Тапқан адамға? Тапқан адам бетіне сен. Абайла Саш. Кешірім сұраймын. Істеп жатсың? Сырға іздеп жатырмын. Кімнен? Ұлтанан. Енді? Бүкіл аула соны іздеп жатырмын. Бүкіл аула? Иә. Тапқан адамға сыйға бар ма? Бар деуге де болады. Таптың ба сырғаны? Осы ма? Дәл өз маған берші. Бермей? Мен ғой тапқан? Өтінем. Армандапсың. Мен таптым, өзім қайтарып берем. Мүмкін маған ақша беретін шығар. Түсінші, ол кім сырғана кеп береді, соның бетіне сен. Ол маған қатты ұнайды. Онаса қайтей. Мүмкін несіне сатып алам? 500 теңге? Бұдан басқа жоқ. Өтінем. Жақсы. Тек махаббат үшін бердім. Міне сырған. О, рахмет. Ұлдана? А, кешір. Ұлдана, нау жақсы идея болды. Ей, арғалда да сен жақсы көретін дұр көйіміз ба? Мұнда соған ертең барай. Келістік. Нақты
Нақты шештің ба? Я, нақты. Нақты батыл қадам. Сосын өкінбейсің бе? Өкінуге кеш. Дұрыс, соңына зейін апару керек. Мықты-мықты. Қайтарға жол жоқ. Сенікі дұрыс, біздің ата-аналарымыз, біздің құқықтарымызды сыйлау керек. Дәл солай, біз ересек адамдармыз. Біздің қашан не ұқтайтымызға айтуы қажеті жоқ. Біз өзіміз білеміз. Компьютерді қанша уақыт ойнайтымызды өзіміз білеміз. Дұрыс, біз өзіміз білеміз. Әкеме барамда бәрін айтам. Сәттілік. Ақжол. Рахмет. Алло, әке, жұмыстасың ба? Мен қазір барам. Маңызды әңгіме бар. Қалай, сөйлестің бе? Сөйлестім. Әкең не деді? Сенікі дұрыс деді. Керемет, менің әкеме барамыз. Ақша бермейтін болды, сосын жұмысқа тұр деп айтты. Алло, Айкен. Мен кірмейтін болдым. Аха, бәрі жақсы. Менің хабарласпағаным жақсы болды. Сәлем, Мерім. Сәлем. Қалайсың? Не айтқым кеп тұр? Жай, сен киноға шақыран не едің? Билет алып қойдың? Барғым кеп тұрған жоқ. Мен саған пончик алдым. Рахмет, мен диетадамын. Не үшін жетіп сейсің? Мен не істедім? Шаршатып жібердің ше? Бәріне сәлем. Қалың қалай? Ой, мен жақсы көретін пончигім. Жесің бе? Әрине. Киноға билет алғансың ба? Бүгін барсам ба деп едім. Қандай кино? Жаңадан блокбастер шыққан. Алдында жарнамасы болып жатқан ба? Иә, дәл өзі. Керемет! Сеансы алдында тағы да күшті тәттілер сатып жатады ғой. Мүмкін онда бірге барып қайтарым. Стоп! Мен шешімімді өзгерттім. Мен пончикті жақсы көрем. Және блокбастердің да фанатымын. Кет! Сынып жұмысы жазылды ма? Қазір бәріміз кітабымызды ашып. Қане, сабағымызды бастаймыз. Кешіңіз апай, кіруге болам. Сәлем, сен кірдің. Неғып кешіп жүрсің? Апай, таңертең. Тұрған ғой сол сағатқа қарасам 7:30 болып кетті. Мен апыл-ұпыл киініп атып сағатқа қарасам 7:40. Жүгіріп келатырмын, жүгіріп келатырмын. Сон бір әже тұр екен. Соған енді мен жігітпін ғой енді әжен жолдан өткізіп жіберейін деп өткіздім. Содан кейін сағатқа қарасам 8 болып кетті. Мен жүгіріп келатырмын, жүгіріп келатырмын. Содан кейін осы жерге келдім. Сенің ақ сұлтауың бітпейді екен, а? Апай, шын айтам. Жарайды. Отыр. Ертең кешігіп келме. Түсіндің бе? Иә, түсінікті. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз балалар. Кітап сабағын жақсылап орындады, қане. Не деген баласың сен, а? Күніге кешіп келесің. Апай, мен бағаны жолда келе жатқан, содан кейін бір қыз айтады. Айды маған көмектеші, мен мысығым талдың басында қалып қалды дейді.
мектепке келе жатыр едім. Со мен әдемі болды соған көмектесе салдым. Содан кейін жолда келе жатсам, автобус қарсына фук етіп өтіп кетті. Ей, тоқта, тоқта десем де тоқтамайды. Содан кейін жарты жол жүгіріп келдім. Жарты жол досым велосипедімен келдім мектепке. Тағы да кешігетін болсаң, ата-анасыз кіргізбеймін. Түсінікті ма? Я пойду. Точно это мне. На нужен гешпи. Отыр. Жазамыз. Әй, бала. Әй, балам. Тұр. Сағат қанша? Сағат 9. Қалай 9? Бүгін сабақ жоқ ғой. Бәрі қайда? Бәрі үйде. Эй, бүгін жексенбі ғой. Жексенбі? Где ты ходишь? А? И сколько? Ты что, опять подрался, что ли? Прости, брат. Прости, брат, прости. Мама будет ругаться теперь. Из-за тебя я вечно попадаю, блин. Задолбал уже. Ну-ка. Что с глазом? Что, опять подрался, что ли, с какими-то мальчиками, блин? Эх, если бы с мальчиком здесь намного хуже. Их что, несколько было? Что, дьявол петмэнэ? Нет, это не мальчики, здесь намного хуже. Это не мальчики? Ты что, с учителем подрался, что ли? Нет, хуже. И что ты такого прям натворил, а? Вот что он натворил! Это записку он положил в сумку Лизы! Ну-ка. Чё? Я тебя люблю. Ты мне очень сильно нравишься. И что в этом такого? Как что тут такого? Там должно быть мое имя. И передай ему, чтоб больше никогда так не делал. Понятно? Хорошо, братан. Че? Пошли, Ромео, блин. Что-то как. Давай, сынок, хлеб. Сейчас рыбку прикормим и начнем рыбачить. О чем мы мечтали всегда. Сынок, доставай хлеб, давай порыбачим. Долго же ждали, долго ехали. Не могу дать. Почему? Я его съел. Я кашу еще брал. Посмотри в пакете, там точно есть каша. Давай прикормим, рыбка подплывет, и мы ее поймаем. Не могу. С кашей-то что? Я ее тоже съел. Кашу съел, хлеб съел, как рыбачить. Черви были. Ешь их. Я удочку все равно с дома забыл. Та-дам!
Здравствуйте, к вам можно? Да, конечно. Проходите, садитесь. Садись. Какие у вас проблемы? Мой брат всех дома замучил со своей дурацкой музыкой. Мы все попробовали, ничего не работает. И какая же эта музыка? Включи. Нормальная музыка. Тут нет ничего нормального, это ужасно. Твоя сестра права, это разрушает личность. Точно, у него очень в учебе проблемы. Какая обстановка в семье? Обстановка вроде нормальная. Ничего нормального, все меня пилят. Да потому что ты от рук отбился, ничего делать не хочешь. Я вам посоветую слушать классику. Классика? Вау. Это так красиво? Да. Ладно, попробую. Слушай эту музыку примерно неделю, и вы даже его не узнаете, поверьте. Серьезно? Правда? Да. Вау, спасибо вам огромное. Вот, держите. Спасибо, до свидания. Идем. До свидания. Надоела мне эта школа. Хочу устроиться на халявную работу. Одни тройки получили. А зачем тебе работа? Вроде не голодаешь. Или мы что-то не знаем. В школе скучно, а я хочу как взрослые тратить деньги и восстановиться в жизни. Кайфовать, одним словом. Для того, чтобы устроиться на нормальную работу, тебе нужны опыт, знания и мозги. Согласна с тобой. Чтобы устроиться на хорошую работу, нужны знания. Охранники ничего же не делают. Зарабатывают. Кайф же. На охранника нужна сила, а ее, как я вижу, у тебя ее нет вообще. Есть у меня сила. Ну, пошли проверим. Я так и знала, нет тебе никакой силы. Потому что школа из меня ее высосала. Да не печалься ты так, я знаю, как ее набрать. Шли. Я больше не могу. Ты хочешь пройти конкурс на охранника? Тогда ешь давай, терпи. О, смотри, что я нашел. Ищу человека для выгула собаки Пыжика. Оплата почасовая. Прикинь, тебе платят за то, что просто выгуливаешь собаку. Ого, что это? А вы говорили, халявных работ не бывает. Я нашел такую работу. Держи. Слушай, а может нам тоже школу бросить? Будешь? Оставь себе. Алло, мы приехали по объявлению. Неси сюда своего Пыжика. А вот и Пыжик. Ты же хотел халявную работу. Вот она. Мне не нужно никакой халявы. Я лучше в школу ходить буду.
Привет, а вот и я. Привет, спасибо, что пришла, я не ожидал. Почему не ожидал? Ну, ты ведь настоящая звезда Инстаграма, а я просто парень. Звездам тоже надо иногда встречаться со своими поклонниками. Вот тебе, на, возьми. Спасибо. Я не стал без тебя ничего заказывать. Что будешь? Здесь? Ничего. Я кушаю только экологические и чистые продукты. Может, тогда что-нибудь попить? Я пью артезианскую воду. Ладно, я расскажу тебе про себя. Итак, я начала раскручивать свой Инстаграм с нуля. Знаешь, эти поклонники так утомляют, но я ни о чем не жалею. Блог – это моя жизнь. Привет, Медина, узнаешь меня? Кажется, Малика? Ну да, мы же в один детский сад ходили, а потом учились в первом классе. Можно я присяду ненадолго? Не помешаю? Помешаешь. Конечно, садись. Кстати, угощайтесь. Спасибо. Ой, извините, я застелась. Пока, была рада увидеться. Малика, подожди, я с тобой. Медина, у тебя так много поклонников. Стой, я ж тебе недорассказала про себя. В другой раз. Моя мама говорит, что мы несчастное поколение. Почему? Нас сложно чем-то удивить. Но это же хорошо. Не знаю, мне кажется, она в чем-то права. Разве это плохо, если у тебя все есть? Ну вот сама подумай, когда ты в последний раз радовалась? Ну так сейчас. Ну, когда? Когда мне подарили первый телефон. А когда это было? 5 лет. Ну вот видишь, я тоже радовалась первому телефону, но сейчас они стали слишком часто меняться. Привет, а мой папа опять купил новую машину, а вы что здесь такие загруженные? Да вот потому что даже ты про новую машину своего папы рассказал без всякой радости. А что здесь радоваться, если он пятую меняет? Получается, мы никогда не сможем быть счастливыми. Получается, что да, и скоро космический туризм станет обычным делом. И как жить теперь? Не знаю, раньше не думал об этом, а теперь задумываюсь, какой кошмар. Тоска, а не жизнь. Алло? Да, мама? Что? Серьезно? Вот это да! Что случилось? У нас в подвале огромная крыса и живая. Настоящая крыса? Ух ты, никогда их не видела. Я тоже. Бежим скорее, надо ее заснять. Радость-то какая! Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Элэм. А тебя? Приятно познакомиться. Меня зовут Аиша. Ты недавно переехала? Да. В каком доме? Вон там доме. А ты? А я соседним. Хочет кота. Кстати, а тебе сколько лет? Кажется, 5. А тебе нравятся мальчики? Нет. Тогда тебе не 5, а 4.
Арман, Арман, молодец. Сколько лет? 11? 11. Красавчик. Что, девочка есть? Ну, пока нет, но думаю, что слышится. Он будет, не переживать. О, а Жикешка, рахмет большой. Прям накормили нас сестренкой, наелись, если чай что, попили. Заходите. Конечно, все, спасибо. Рахмет. Армашка. Мама, раз шоколадки возьми, что-то хорошо? О, не терять, хорошо? Умею. Сам себе, сам не срать эти деньги, никому не давать. Рахмет, рахмет. Ой, я пол другой. Ничего страшного, Вики, ребенок же. Все, ладно, Вики, мы поехали. А, пойдем все домой. Ага, пока. Все, пока. Все, да, все. Кеткин, да? Все, все. Олгым деньги болған жоқ ма? Жоқ. Олгым деньги болғанда қызықтарды. Құтты болсын, қайтып көрейік. Сюда. Сюда. Ну-ка, иди сюда. Ну что, пап? Сюда, деньги, да? Ну, он же мне дал. Кто? Ну, мой дядя. Дядя перепутал тебя со мной. А деньги, между прочим, детей портит. А папу... Папа становится молодым. Но деньги меня не испортили. Эти сволочи даже не попытались. Что? Пошел вон отсюда, сволочь! Здесь тебе духу не было здесь! Тершелікті қозғалыспен көркендейміз. Петро Казахстан.